время года и в любую погоду рада приветствовать вас на нашем телеканале. Тем более, что снова есть повод для нашей встречи. Прогнозы синоптиков на воскресенье 7 августа. Какой будет погода в первое воскресенье последнего летнего месяца, расскажу я, Олеся Вайнер. В грядущий день природа вновь проявит свое многообразие. На территории Украины ожидается как ясное небо, преимущественно в центре и на севере страны, так и облачное с осадками в восточной и западной областях. Максимальная температура в Украине будет плюс 36 градусов. Но прохладнее всего в Ивано-Франковске, 21 градус выше нуля. Теперь подробнее о погоде по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 20-36 градусов тепла. В Полтаве и Кропивницком ясным будет весь день. А вот в Черкассы облака заглянут в ночные часы. Осадки не предвещаются. На юге страны за сутки термометры покажут от 22 до 36 градусов со знаком «плюс». С ночи и до позднего вечера в регионе будет преобладать переменная облачность. А в Симферополе, к тому же, возможны еще и осадки во второй половине дня. Температура воды на курортах Черного моря – плюс 26 градусов. Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День воздушных вооруженных сил Украины. Искренне поздравляем тех, кто имеет отношение к этому дню, и благодарим за то, что вы всегда находитесь на страже нашего покоя. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине в течение суток термометры покажут от 17 до 25 градусов выше нуля. В Ивано-Франковске переменная облачность будет сопровождаться осадками в утренние, дневные и вечерние часы. Во Львове дождь пройдет утром и днем. А вот ровно дождевые тучи обойдут стороной, но облака не покинут город до завершения дня. В северной части страны при суточной температуре воздуха 17-32 градуса тепла жители региона ожидают переменная облачность ночи и до позднего вечера. В сумах после заката возможен дождь. И на востоке осадки прогнозируются лишь в Харьковской и Донецкой областях. На остальной территории региона синоптики обещают лишь переменную облачность. Минимальная ночная температура воздуха здесь будет плюс 20 градусов, а максимальная дневная достигнет 36 градусов. 7 августа у наших предков считалась зима указателем. Светлый теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый – снежную и мягкую. Проверим! Далее более подробно о синоптической картине в восточных областях. В Луганской области ночью столбики термометров достигнут отметки 21-22 градуса, а днем воздух прогреется до 35-36 градусов. Ночь в области будет ясной, но уже в утренние часы на небе появятся небольшие облака, которые не уйдут до позднего вечера, без осадков. В Донецкой области после полуночи температурные показатели составят 19-23 градуса тепла, а в дневное время поднимутся до 32-36 градусов. В течение всего дня жители области смогут наблюдать переменную облачность. В Донецке и Мариуполе также прогнозируется небольшой дождь, местами грозы. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 27 градусов. Днепропетровская область также ожидает жаркий день, но легкая облачность поможет укрыться от палящего солнца. В ночные часы термометры по области покажут 21-22 градуса, а днем максимум 36 градусов тепла. Температура воды в Днепре плюс 29 градусов. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. Киеву метеорологи пророчат ясные ночь и утро. А вот после полудня столичное небо покроется небольшими облаками, которые, возможно, принесут с собой осадки. За сутки столичные термометры покажут от 17 до 27 градусов выше нуля. Вот таким обещает быть последний день первой августовской недели. Пусть в вашей жизни будет много ярких и счастливых событий, и этот день не станет исключением. До встречи в нашей студии!